Кошмаров, реально кошмар. Приветик. Привет. А ты кто? Человек. Какой? Подвид. Хороший. Хороший? Подвид. Да. Чё творишь там? Сижу, колу пью. С чем? Не скажу. Почему? Дунул? Виски. Это максимум. Ну так чуть-чуть под настроение. Что Потому что обсуждаешь? русских на трезво слушать это уже тяжело. Да, что говорят? О, Господи, я устану это рассказывать. А ты сам Ну, откуда? вообще мне не сходится. Я с Украины. Давно уехал? Год. Ну и что думаешь обо всем этом? Не знаю. Хочу назад домой. Надо, чтобы война закончилась. А ты с какой Не области? знаю. Харьковская. Как думаешь, Харьков кому отойдет? Он останется так, как был украинским. Думаешь, да? Уверен. Это ж приграничье. И что? Это значит, что это сразу Россия? Ну нет, возможно, будет какая-то серая зона. Не знаю, я не политик. Но жизнь там будет такая себе. То есть, Ну как ничего. бы в интересах харьковчан, чтобы они стали Россией в этом смысле. Уверена. Это в их интересах. Ну да, Вот. Были иначе. какие-то приглашения «Россия, спаси», «Веди Ну, свою страну, наш 10 город». лет назад были, да. Сейчас, естественно, невозможно. Это, ну, точнее, они есть, просто никто их не высказывает, само собой. Где-то это было как-то подтверждено. Я не знаю, или это чисто так с российских новостей взят. Харьков, Откуда-то российские Запорожье, новости могут Мариуполь. об этом знать? Российские новости много о чем говорят, то, что не является правдой. Как и любые Верим же. другие новости. Ну, наверное, я не знаю. Ну, Губы красивые. а как... Спасибо. Как думаешь, вот кто там дроны, ракеты наводит из местного населения? В каком смысле? Куда наводит? На Ну, на военные наших объекты. людей? Ну, украинские военные наводят на российских. Российские на украинские. Но в том Не, числе нет. и на Я прошлое имею в виду время мирное местные население. жители, которые помогают российской армии. Чем они помогают? Разведданными. Есть такие, не отрицаю. И что? Ну вот, они же явно ждут Россию. Ты сказал, откуда ты это взял? Ну, это было проплачено, мне кажется. А, им Просто так просто это делать денег не никто не хватает, будет. да? Зачем просто так это делать? Ну как? Их все равно потом ловят. По идеологическим соображениям. Типа я сейчас расскажу, где украинская база военная, потому что я хочу к России, а меня разбомбят, и будет все хорошо, классно. Ну, отчасти. Ну Так хорошо, сильно услышал ваше мнение. упрощенно. Ну как думаешь, Упрощенно. сколько процент населения хорошо относится к России? Ну, конкретно в Харькове. Я не знаю. У нас Ну, процентов 30 минимум есть, разделенное да? мнение. Ну, сейчас, мне кажется, нет. Сейчас, мне кажется, меньше. Потому что у многих нет уже домов. И мне кажется, меньше 20%. Ну, конечно, есть те, кто поддерживают Россию. Много говорят на русском языке. Это было нормально, было Почему много? всегда так. Все. Ну почему прям все? Я не могу Ну, утверждать и я говорить когда за был в каждого. Харькове, я не слышал там никогда украинской речи. Ну хорошо. И что в этом такого? Это не значит, что все хотят в российский состав Я не говорю, что или за все, Россией. но Ну есть часть. возможно, даже 50 на 50. У нас и на Западе говорят на русском. Ну, там меньше процент.
И на Западе говорят на русском, и что? В Россию никто не хочет не бежит что-то. Не Ну, заявляет, не трудно с пиздит. Запада бежать в Россию. Уже голос изменился у вас. Ничего не разобрал. Я говорю, они на Западе живут. Чтобы хотеть в Россию, надо ближе переезжать к России. А это надо только приграничные, да? Какие-то регионы только. Ну, на левый берег, понятное дело. Не знаю. Не могу утверждать за каждого человека, который живет в Харькове. Если бы хотели, пожалуйста, чемодан, вокзал, Россия, никто не держит. Но не надо же при этом Ты как оккупировать думаешь, а эти почему вот территории. люди, которые там скакали на Майданах, не уехали в Европу? Почему не уехали в Европу? Угу. Ну они ж так хотели в Европу. Чемодан, вокзал, Европа. Ну, так те, кто хотели, я думаю, может, и уехали. Я Нет. не знаю, там тоже было и проплачено, и Они те, кто хотели, хотел, чтобы те, кто не Европа хотел. пришла к ним, понимаешь? А тут такая же ситуация, только наоборот. Они хотят, чтобы Россия к ним пришла, они не хотят уезжать. Где есть подтверждение, что они хотят, чтобы Россия пришла? И есть Они уже подтверждение видели, в какая четырех Россия. бывших областях Города Украины. разбомблены, все разбомблено, уже ничего нет. Все разбомблено, а как люди живут? Блин, у меня поменялся ваш звук, я ничего не понимаю, не слышу, блин. Я говорю, как Что люди живут, случилось? если там все разбомблено? Живут, потому что это их родной город. Так как они там Большинство живут, если все уехало. разбомблено? Ну, как-то выживают. Они Где? В чему-то руинах? выживают. Что? В руинах? Ничего не слышу. Я говорю, в руинах выживают. В Украине? В руинах шалаши там строят. А, в руинах? Ну, большинство уже уехало в другие города. Некоторые остались, потому что некуда уехать. Да, живут в руинах. Россия постаралась, и что делать? Интересные сказочки. Как и у вас. У каждого свои сказочки. Ну, это просто совсем нелепо, понимаешь? Ну, это ваша Ты, точка наверное, зрения. совсем не следишь за тем, за жизнью своего города. Что-что? Я говорю, совсем ты не следишь за жизнью своего города. Не слежу. Ну, я уже больше года в Европе, и да, можно сказать, что не слежу. Ну, зачем тогда такое говоришь? Зачем такое говорю? Ну. Потому что так и есть на самом деле. Нет, Да город куда им живет ехать в своей жизнью. Россию? Ну, а что им делать? Бежать в Россию? Они не могут никуда бежать, они в концлагере там заперты. В концлагере? Ну да, Украинском? ну да. Зачем своих жителей запирать в концлагере? Хорошенький вопрос, как думаешь, зачем? Даже не знаю, как ответить, потому Я что это нелепо знаю. звучит. Да, ответьте. Чтобы утилизировать население в угоду транснациональным корпорациям. Утилизировать население? Угу. Свое же население, Ну а которое зачем? говорит на русском, я так понимаю, или как? В том числе, конечно. Интересно, а до этого как жили нормально? Не утилизировали вроде никого. До этого, да, ну так уже другой мир совершенно. Это сейчас тоже нелепо звучит. Почему? Утилизировать свое же население. Ради чего? У нас по всей Украине говорят на русском, на украинском. При чем И тут на никто не каком они говорит. говорят? Это рабсила А что? просто. Для Запада это рабсила. Ну Рабсила? да. Они ж сильно умные, чтобы воевать. Они воюют украинцами. Логично, логично. Так, если они рабсилы, можно же было их как-то, я не знаю, использовать для какой-то работы, что-то, я не знаю, рабсилы, типа Они не раки. нужны, они нужны для того, чтобы они должны просто помереть, а потом туда завезут каких-нибудь мигрантов. Ну? Ну хорошо, И там хорошо. мигранты будут за бесценок обрабатывать проданные земли. Ну, может быть и так. Ну, Хорошо. как по-твоему, хорошее будущее? Нет. А зачем тогда это все было? Чтобы защищать свое. Никто русских не звал. Они пришли. А зачем они пришли, если никто не звал?
Откуда я знаю? Откуда я знаю, А зачем чего они ты не прут в эту интересуешься Украину? такими основополагающими Освобождать вопросами бытия? русское население. Они считают это своими городами. Я не знаю, что они там нюхают, А что чей они Харьков хотят. город? Украинский. А кто его основал? Не знаю. Ты сейчас Кто серьезно? его основал? Да. И ты Ну, харьковчанин. интересуюсь историей. Да? И ты не знаешь, А ты кто думаешь, основал? каждый харьковчанин знает это? Думаю, что обязан знать. Хорошо, я знаю. Понимаю, хорошо. Надо бы подучить историю. Ну, хоть в каком веке? В каком веке? Нет, не знаю. А с чего Ну, ты тогда что-то взял, типа. что это украинский город? А что, Потому сразу что ты русский или родился, что-то когда он другое? уже стал незаконно отделенным Украиной? Ты какого года рождения? Ничего не слышу. Ничего не слышу. Не притворяйся. Ничего не слышу. Ну это пиздец какой-то.